Сухаров, как ты? Я закончился. Добрый день! Спасибо, братан! Братан! От души, братан! Пока у вас там Гранд Слэм, мы сейчас едем на чемпионат Бразилии, тут местный. Не IBJJF Бразильера, а этот CBJJF. Типа второй после IBJJF турнира по местным меркам. Сегодня еще турнир в Рио. Многие уехали в Рио, там народу тьма, там в каждой категории. Мы смотрели в наших категориях человек по 20, по 25, там по 30. Вот, на местном народу не очень много, поэтому есть шансы что-то вывести. Зачем, не знаю, но мы едем на соревнования. По идее, мы должны ехать побеждать, но мы Банков Ухаров, мы не можем побеждать. Отец Андрей приехал за нами, сейчас повезет нас. Ухаров снимает блок параллельно со мной. За нами приехали. Сейчас нас на этом драндулете повезут на Сарёва. Артём, какой у нас твой настрой на соревнования? Вот такой. Все уехали в Рио. Сегодня Рио Опен. У нас в категории человек по 20-30, а здесь, в Сан-Паулу, у нас всего человек по 10. Ну, это у Харова. У меня, кстати, в категории Супер Хэви народу больше, чем в Рио. Как бы, я рождён быть чемпионом. Мы едем всего 5 минут в машине, но оказалось, что у Харова забыл документы. И если его с фоткой паспорта не допустят, это будет очень смешно. Лукаев заплатил, но не поборется. Видите, он нервничает, он чешет бороду, оглядывается туда-сюда, ему неловко. Все так. Едем забирать ухаровские документы, чтобы у него не было варианта соскочить с соревнований. Обсуждаем московский Гранд Слэм. Все разговоры только о Гранд Слэме. Как Вероника Коренюгина геройски затащила категорию. И не только. Давай снимем Андрея, там утюгается. А, не, этого не надо. Ни в коем случае такого делать. Я вас прокляну. Мы забрали документы. Ухаров в честь этого надел очки модные. Все, мы лежим. У тебя нет груди, Артём. Груди мышцы. Их тоже у тебя нет. Вот это область. Притом на футбол. Вот, правильно. А, все, теперь мы едем на стадион. Все употребляют, да. Есть культура употребления алкоголя. Это видео снимать или смотреть, не знаю. Не, я просто говорю, что... Не, я согласен. Развитие людей. Те народы, которые не употребляют, у них проблемы с развитием социальным, вообще с научным прогрессом и так далее. Менделеев же стал, это, ну, открыл эту периодическую систему Менделеева, потому что он просто бухал. Думаешь? Да, это снова, и потом ему приснилось, и он все это быстро написал на трезвую голову. Встречи, ребята! Вход как на рынок, да, Артём? Да, вон эти. Смотри, как у нас начали продавать. Какая их М4Н делает? Какая называется? Белки. Асаи. Асаи. Ашгарды. Крупный турнир. 3 дня проходит. Вчера в пятницу боролись черные и коричневые пояса, сегодня фиолетовые и синие, завтра дети и белые. Вот мы выходим на арену. Здоровенная арена. Тёма, где мы? Вот, судя по всему, разбившая зона, тут вход для спортсменов. Вот, пробные весы, ребят стоят, взвешиваются. Если что, вы разберётесь, вам пацаны помогут, да? Дальше по коридору, видимо, раздевалка. Идём переодеваться? Да.
Мы с Ухаровым переоделись. Сейчас будем искать взвешивание. Тим Стрела, Бразилия. ВСЖ. Сейчас Ухарова из-за кимоно еще не допустят. Да, возможно, кстати. Нихуя себе на грани. Пожрали бы с тобой ассаём. Тоже на грани. Вот это зона разминки. Все сидят, все нервничают. Нас еще не вызывали, сейчас только синие пояса. Будем ждать Сухарова. Еще проверили у нас кимоно, запустили нас в разминочную зону. Там вот Эмерсант нас показывает мини себя. Зайдите, мы нашли отдел, где продается одежда для Жени Чехова. Женек, как ты любишь, смотри, лосишки, вот с Микки Маусом, вот с цветочками. Вот какие, цветастенькие, с черепком. Сзади готовят компетиторскую еду, сосиски, сардельки, вот так, настоящая легкая компетиторская пища, чтобы была сила перед соревнованиями. Мой вес просто практически на грани, Миша 99, я что-то там типа 87, прям очень. Вчера пожрали пиццы и в выходные ели ассаи. Брат, помни, ты не жирный, ты бодипозитивный. Зацените, татами кажется, что ласточкин хвост, но нифига, оно мягче гораздо, не то что наше. Очень приятно. Все, меня вызывают на взвешивание. Только пришли, только начали разминаться, еще минуты не прошло, Мишу уже позвали. Хотя он супер хэви, меня еще не звали. Мидл пизаду. Все, я боюсь супер пизаду, это супер хэви по местному. Сейчас мне надо 200 секунду. Или она так решила тебя записать без вешивания? 99,9. Сейчас я попробую отсюда. Вон там видно его, нет? Кстати, через один ковер. Попробую отсюда его поснимать. Плюс я сам возле разминочной зоны стою, потому что меня тоже могут вызвать. Будем вывозить за Русь-матушку. Шла жара. Миша, конечно, выглядит меньше гораздо. Баттерфляй. Встать сразу, нет? Баттерфляй. Давай, еще на бок. Умничка. 2 балла. Есть, но там, возможно, треугольник. Еще нет баллов. Ждем. Блять, ходят тут всякие. Ай-яй. Но Миша пока не сдается. Да, открыл. Ай-яй, оплата. Обратно 2 балла и адвентаж. Надо ему сейчас еще раз свой свип оформить, и тогда победа. Давай, умничка. Давай, еще, умничка. Еще два, и уже без треугольника. Сейчас пройдет. Проход и маунт. Победа с Абмишиным. Ты мой сладкий красавчик. 11-2 и с Абмишиным. Ухаров, как ты? Я закончился на 5 минут 30 секунд. Было 2-0. Я подумал, что за полторы минуты я могу таких огребсти, блядь. Но что-то психанул, короче, еще сделал свип. Еще, кажется, проход, я уже не помню. Короче, что-то все было не очень плохо. Но сейчас прям все очень плохо. Как оно, Тёма? Да что такое? Он мне бедро на лицо положил, как бы все сделал. Типа треугольник без руки, и лицо, бедро мне на рот и на нос легло просто. Какое место в итоге занял? 3-е. На чемпионате Бразилии, CBJF. Ты доволен своей борьбой? Нет, конечно, блядь. Но если проводить параллель, я весь 18-й год не тренил. Единственный раз, когда я поборолся, я получил от Лосева и еще полгода не тренил. Вот, и получается, что я по факту первый раз дебютирую по фиолетовым.
на соревах. Но на серьезном турнире, как бы, с хорошим уровнем. И не все так плохо. Соня Коста тебе помогла стать лучше? А то. Есть смысл ехать в Сан-Пауло? Да, есть. Очень сильный зал. Если бы не это говно, я бы его ломил. От души, братан! Москва? Yes. We? No. Проиграл. 4-10. Дважды отдал спину. И один раз слип. 2 балла забрал слипами. Не хватило скорости. Противник был быстрее меня. Не смог досыповать. Не успел за ним. Оба раза со спины вышел. А защищался, но, собственно, выиграть не смог. 3-е место. Буду тренироваться дальше. Фактически, это мой первый дебют на соревнованиях по попойным поясам. До этого я выступал только на Невазе, где поясов нет. Уровень здесь объективно сильнее. Вот эта схватка, наверное, одна из самых приятных для меня. Я реально старался выложиться на все 100, но я проиграл. В общем, мне с сеткой повезло. Я первый прошел сразу. Четвертьфинал выиграл. Вот, а в полуфинале меня бросили. Ничего у меня жизни учат. Все время себе говорю, надо сразу пулять, играть снизу. Я начинаю ходить. В Нидерландах такая херня была. Меня бросили, и потом я наполучал. И здесь опять меня бросили. Но когда я уже выходил, чувак закинул норм триангл. Получается, бедром его так вот на рот и нос легло, и там уже какая-то хрень началась. Я не успел собрать что к чему и потапал. Вот 3-е место на чемпионате Бразилии после очень большого перерыва. Можно лучше, но неплохо. Вот такие у нас итоги с Сухаровым наших первых соревнований в Бразилии. Чемпионата Бразилии CBJJF. Очень классный турнир, высокий уровень ребят. На следующей неделе мы с Сухаровым идем на еще одни соревнования, будем исправлять ошибки, неделю будем готовиться. В конце концов, соревнования даны нам для того, чтобы улучшать себя. Очень круто. Вот отец Андрей подошел. Что, бомжи выиграли чемпионат, не выиграли, но стали призерами чемпионата Бразилии. А мы на следующей неделе на еще один пойдем. После соревнований мы, как настоящие адепты БЖ, с Сухаровым решили поесть асаи со сгущеночкой, с бананчиком, с сухим молоком. Сухим молоком, вообще космически вкусный. Просто асаи говно, вот с этой, наверное, просто прекрасно. Все, мы поехали дальше. Ждите новостей. Он уха с каким удовольствием ест. Еще вкуснятина. Пришел в другой зал, G13, сделал огромную ошибку, я пришел в толстовке Сосера Коста. Тренер подошел ко мне сначала такой радостный, с улыбкой, типа, эй, там новый чувак. А потом посмотрел на мою толстовку, его улыбка сразу такая, очень смешно.